Восьмиклассники школы номер 8 Черкесска стали более посвященными в вопросах электробезопасности. Тематический урок провели энергетики филиала «Русгидро». Лекцию прослушала и Фатима Даурова. Специалисты филиала рассказали ребятам о важности энергосбережения, о том, чем опасно электричество, какие бывают энергообъекты, почему играть возле них категорически запрещено. Теория подтверждалась тематическими видеороликами, которые были специально подготовлены для них. Электричество, как вы знаете, не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Актуальность темы заключается в том, чтобы человек понимал, какую опасность электричество в себе таит. Вообще электричество – это как бы мирно, но, тем не менее, и опасная вещь. Особое внимание на занятии было уделено правилам электробезопасности вне дома. Ребят предупредили о том, что нельзя прикасаться к человеку, пострадавшему от воздействия тока. Только вызвать помощь и ждать. Также школьники узнали, как правильно выйти из зоны шагового напряжения. Если ноги от земли не отрывать, так называемый гусиный шаг, естественно, не будет образовываться потенциал между телом человека и землей. И если вдруг, не дай бог, вы попали в эту ситуацию, обязательно, не отрывая ног от земли, вот таким потихоньку вышли на расстояние более 10 метров от лежащего на земле провода и тем самым спасли себе жизнь. Мне рассказали о правилах безопасности с электричеством, как, что и как предпринимать в кассные моменты ситуации, когда, например, что-то загорелось, если искрят провода, если провода оголились, как вести себя правильно с электричеством, например, кого звать в экстренных случаях, можно набрать спасательные службы по номеру 112. В ходе занятия представители компании отвечали на вопросы ребят, которые последовали один за другим. Это и было целью, говорят энергетики, заинтересовать детей и воспитать у них ответственность при обращении с электричеством, решая при этом одну из актуальных задач по профилактике детского электротравматизма. Фатима Дорова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия.